Да, мне кажется, они реально какие-то косые. Не знаю, есть ли здесь какое-то подразделение игроков по рангам, по уровню, по званию, но вроде бы я пока что ничего подобного не узнавал. Да, ну реально как-то они тормозят, мне кажется. Смотрите, какой у меня жесткий плюс. Это просто, я считаю, великолепно. Так, кто-то здесь. Бляху, ты чё меня сбиваешь с толку? Я думал, ты в вражину стреляешь. Да, ну я не скажу, что. Вот, но эту карту я более-менее уже изучил. Вот тут кто-то бежал. Да ёп. Пистолет на что тебе, да, скажите вы? Так, да. А когда уже закончится эта игра, я не знаю. Вот там. Так, я надеюсь, здесь огня этого, огонь типа по своим, да, не включен. Или вообще тут, возможно, ли такая функция, я, конечно же, банально сейчас сказал. А, вроде я ему нормально здесь нанес, там, дамажечка. Ну, урона, в смысле. Так, вроде... Так, вроде в голову, да? А, вот на дальней дистанции, когда ты там стреляешь вот этим очередями, либо прокликом, то видно, как наносится дамаг. А, не такой выраженный, конечно. А, но вот когда такое среднее-ближнее, ближне-среднее мясо, то вообще просто зажимаешь... Да ё-моё, что же я такой? Что же я такой? Где тут? Да, я ему... Где-то он здесь, да, должен быть? Нет, его здесь нет. Он куда-то сюда убежал. Я его потерял. Ну ладно. Может, это он и есть, кстати, который. Вы офигели. Из бедра. Ой, да ладно, не убил. А мог бы сделать... А, вот этот чувак, наверное, я ему, да, много нанес. Так. Так. Вот тут головешка что-то пробежал, я видел. Тут меня шмальнул, да? Вот тут. Круто, что здесь бегать можно долго. Эх. Что-то мне... часто удается тырить фраги. Блин. Так, я думаю, я записываю уже долго, что мне моя программа, которую я за... Блин, гранаты мы замочили. Я вот никого, по-моему, гранат еще ни разу не мочил. Которую я записываю, давно поделила видео, наверное, уже на два куска, на два фрагмента, а то и на три. Я достаточно... Так что я думаю, сейчас придется завершать. Кстати, а, меня воскресили, да? Вот не люблю, зачем меня воскрешать? Так, а где тут пишется, когда закончится игра? Тут какое число очков? 300 или сколько, не знаю. Нас достаточно просто мало. На игроков мало, да, достаточно. То есть раньше было больше игроков, соответственно... Соответственно, быстрее шел раунд. Ну, игра, точнее, вся. И давай. Гранатка там прилетела к нам. Нифига она снесла. Так, отлично. Блин, ну зачем? Ну, я все равно на не смог попасть, хотя... Хотя стоило попробовать... Ладно, давайте туда куда-нибудь запульнем.
Ой, блин, да что это такое-то? В своей игре не подорвался бы, это было бы очень... Не очень приятно, скажем так, да? Так, вот тут у нас... Смотрите, сколько ему нанес. У него там осталось, я говорю, чихнуть, и все на него там. Так, кто-то опять палит. Оттуда, наверное, кто-то, да? Где граната? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Есть, я знал. Не знаю, почему здесь все стоят, но давайте попробуем постоять. Не знаю, как это, круто или нет. Давай-ка вот так раз. Обычно здесь все ложатся. Как ложится? Ну. Подъем тут долгий. Блях. Перезаряжаться постоянно тоже не вариант. Ну, вроде в голову стрелял, что ж такое-то. Так. Ладно. Вот теперь в голову, да, видел. Так, и вот тут у него какая-то пушкенция есть. Да, я знаю, это типа FNF-2000, что ли она называется. Ну, не знаю, как здесь называется. Да, не важно. По-моему, я его не убил, да. Опять не убил. Ой-ой-ой, ребят, подождите, моя перезарядка. Не хочу. Ой, а как я еще жив? У меня же ноль. Давайте. Так, сейчас вот тут выбежит, да? Это здесь вроде был на карте. Ой, вот он. Ой. Ладно. Ой. Что за пушка? А, такая же вроде. Так, иди сюда. Подожди, чувачок. Ой, я думаю... Мне почему-то показалось, что я его не убил. Так, быстрое дислоцирование. Ну-ка, давайте туда-нибудь запульнем. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как так получилось? Не очень хорошо. Причем... Ну, ой, того же мой... Как-то гранат, что ли, криво летит? Не знаю, что такое. Как-то он, когда замахивается, кидает и... Кто палит? Откуда? Я не вижу. Ё-моё. До свидания. Что я могу сказать? Что-то я не вижу, кто. Может, показалось? Ладно, идем сюда. Идем сюда. А, смотрим, что тут у нас есть. Так, долгая игра очень. Сколько мы уже... Блин, охота узнать, когда игра закончится уже. Так, а у нас еще есть вот такая вот пушкенция. Давайте куда-нибудь. Я даже не знаю, куда запульнуть-то. Опасно, да, блин, муха. Если бы у меня была та пушкенция, я бы... Да, там страйк сделал, наверное. Так, это что такое тут у нас? За безобразие. Так, это что? Дохлый. Так, до свидания. А как мне... Ну-ка, что такое у меня? Бляхмух. Ну, вот с прицелом как раз-таки оружие, но... скорее бы уже прицельчики как-нибудь навесить. Я не знаю как. Хватить бы его, блин, пока он там залазил. Знаете, что я бы хотел? А, я не знаю, вот...
не находил здесь такую винтовку, ну, снайперскую, которая бы с первого раза убивала игроков. Болтовки имеют, которые вот такие с первого раза раз. Бабахнули и все. Может и есть, но я не видел. А, залезть бы наверха туда и отстреливать их. Было бы классно, но... Говорю же, я не очень их понимаю, постольку... поскольку... Вроде бы были у меня моменты, когда я, ну, брал снайперские винтовки, стрелял, но что-то у меня не получалось с них. Там магн наносить, там еще что-то. Так, я так понимаю, брони у меня нет, да, или как-то? Здравствуйте, еще какой-то прицел. А, тактический фонарь. Так, тут еще у нас перчик один. Вот смотрите, у нас уже... мы проигрываем. Нас тут трое. Умутнел у меня в глазах. Ну, точнее, у него. Давайте в головешку ему засаживаем. Так, так, так. Ну что, будем... Будем отстаивать данную позицию. Ой, как давно я уже записываю. Думаю, может, обрежу даже видео. Хотя нафига? Ой, зачем ты его воскресил или что-то там сделал? Или хоть... Ой, как они узнали? Наверное, на карту посмотрели. Ну там, да, замес был жесткий, по-моему. Много противников было. Так, давайте-ка бам. А, ну ясно все. Так, вот тут, да? Так. Какая-то разнообразная у нее перезарядочка. Дай, блин, я гранатомет, по-моему, достал, нет? Я думал, пистолет, странно, почему на два, да, вот пистолет, а вот здесь гранатомет. Офигеть, три ракеты, пошлите наверх, залезем, что-то не... Офигеть, а что у нас так мало-то? Два игрока, вы что, шутите? Почему все льванули? Тут что, не хотят проигрышный этот засчитывать, да? Ой, со всех сторон, по-моему, меня атаковали. Вот там вот у нас один. Перчик, иди-ка сюда. Так, 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 слышу, слышу, сзади, сзади, точнее, ну, там, сзади, но я... Тут зашел. Ой, почему не так? Или перешел? Наверное, перешел. Хрен знает, короче. Быстрее, пожалуйста. Кто-то палит, не пойму кто. Ну-ка, стоп, достали уже. Отлично. Ну, в принципе, меня устраивает такой прицел, то есть... Все равно, нет. Коллиматор. Мне больше коллиматор, потому что нравится. Коллиматорный. Ну, я так называю. Ой.
А, меня типа спасли, да? И что произошло, нет? А как это? Я тоже так хочу на мясо всех взять. Да, прицел знатно дергается. Так, 73 к 41. Я не знаю, это хороший счет или нет. У нас мало достаточно. Я надеюсь, мы тут не до 1000 будем сидеть. Да что ж, гранат такая прыгучая. Тыек. Кто-то здесь кого-то замочил. Вот на карте я почему. Ну, вроде же наносил ему достаточно много урона, но что-то не получилось у нас. У меня. А. Так, и тем временем у нас уже у противника 233. Пачка, ну, фрагов. У нас все, по-моему, 206. Ой. Лазеры. А зачем тебе лазеры, интересно? Я что-то не знаю, чтобы с бедра лучше шмалять или что? Ну, или слепить противника. Он меня реально слепит. Скорее всего, наверное. Давайте-ка. Бабах. Круто. Блях, муха. Короче, сейчас доиграю. Надо разобраться с лазером. Ну, с... Ну-ка посмотрим, как Грена работает. Ну-ка, полетела, полетела. Не, вроде точно. Так, вот там кто-то бегает опять. По-моему, не вариант перестреливаться с этим чуваком, потому что у него, я не знаю, что у него там. Как-то мне не получается его заметить. Не, ну я его убил, конечно, у меня получилось, но... Не всегда. Ну-ка, давай. Почему надо удерживать именно? Я не хочу удерживать. И где ты? Ну, в смысле, вы. Где вы? Какая-то у нас такая... Не очень супер интересная игра. О, хороший прицел, он относительно хороший. Тик. Кто палит, бляхну? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как здоровушку-то подлечить? Ой, что это? А что это такое? ЛКМ. А что это такое-то? Мина, что ли, какая-то? Давайте установим, не знаю. Еще одна штука. Давайте сюда поставим. Не знаю, что это. А, транспортная мина. Ну, это, наверное, против транспорта. Да-да-да-да-да-да-да, хпшечка восстанавливается. Со временем заметил. Здоровушка. Да, походу я его... Ку. Там врача, что ли, позвать надо было? Ну, мне, точнее, надо. А, давайте туда куда-нибудь закинем он. Куда я закинул, блин, себе сейчас закинул. Блин, там еще и... Офигеть. Опять этот чувак. Блин, я, походу, уже целый час играю, наверное. Такое ощущение... Бедра круто, да? Плохо с бедра. С бедра лучше даже, чем тем, что, ну, как ты хоп-хоп-хоп, быстро двигаешься. Ну, точнее, вот ты можешь быстро двигаться. И прицеливание тоже у некоторых оружия заметил долгое. Ну, конечно, на дальних дистанциях ты не будешь там с бедра шмалять. А это что такое еще? Какая-то ракета, что ли? Чуть такой мина, что ли? Походу, да. Ну, что-то похожее на мину.
Так, вот там что-то у нас светится, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто? Давай-давай-давай-давай, добей его, е-е-е. Ой, блин. Так, ну чё? Знаете, что я подумал? Давайте завершу. Так, ну что, давайте, всем пока. Удачной игры, я, пожалуй, может, доиграю, не знаю. Закончу запись. Всем пока.